Нет. Там... Как... Сюда их пригласить, наверное. Там есть была одна ссылка, потом ее отменили. Значит, при этом я не могу понять по времени, потому что в расписании, которое разослали, вы МБ, это НБ, да? Да, да. НБ, оно стояло в 10:30, а в расписании, которое сделали для Тимса, в 12. А у вас как в расписании во сколько занятия? Сейчас открою. Да, у нас сейчас должно быть занятие. В 12, да? Да. То есть, наверное, нам не разослали новое измененное расписание, а нам разослали старое. Хорошо. Значит, и вот для вас сгенерили две ссылки, но одну потом отменили. А осталось вот это вот. И я на сайте повесил именно вот эту ссылку. Просто в календаре у нас ссылка вот эта стоит, а у многих почему-то предметы в календаре не появились. То есть у них вообще нет расписания, да, в календаре. Да, да, да. Поэтому был ссылку я сделал на сайте. Посмотрите, она там должна быть, должна быть рабочей. Подключитесь к курсу своему, посмотрите, что там. Попробовали подключиться к курсу? Простите, надо на Туисе, да, подключиться? На Туисе, да, на Туисе к курсу. Попробуйте подключиться. А он уже стоял в моих курсах. Это ну значит... да, так и должно быть. Да. Так и должно быть. Вот курс у вас. Ой, тут...
Подключились все? Структура курса понятна? Да, все понятно. Значит, давайте пояснение более широко мы поговорим на лекции. Сейчас кратко у нас лабораторные. Значит, 48 баллов за лабораторную плюс совместная проверка 16 баллов. Итого 64 балла. 20 баллов за тест в конце и 16 баллов за доклад. Доклад один за семестр вы берете, доклады по лекциям расписаны. Вы выбираете лекцию, тему доклада и докладываетесь. Ну вот, собственно, и все, пожалуй. Значит, лабораторные работы. Лабораторные работы у нас будут по безопасности операционных систем и криптование там немного. Для того, чтобы безопасность операционных систем смотреть, нам нужно установить в первой лабораторной работе виртуальную машину. Вы это умеете делать. Виртуальную машину мы CentOS ставим, потому что у нас будет лабораторная по Selenux, а Selenux работает нормально в CentOS только. Ну вот и все. Время сдачи там есть лабораторных работ, так что делаете и выкладываете. Во время встреч по лабораторным вы задаете вопросы, какие у вас проблемы возникли. И мы их пробуем решать. В целом понятно? Да, понятно, спасибо. Ну, а можно, пожалуйста, уточнить? Да, у нас давайте, это получается давайте. На модуль предмет или тоже на семестр? Нет, нет, у четвертого курса на семестр. Все на семестр делается у четвертого курса. Потому что сейчас идет переход на новый стандарт. И новый стандарт постепенно идет переход. И четвертый курс не захвачен еще этим новым стандартом. Поэтому, наверное, только в следующем году новый стандарт дойдет до четвертого курса. И тогда он будет по модулям. А сейчас пока по семестрам. То есть это у вас до конца семестра. То есть там, если вы видели, даты стоят до декабря. И в декабре будет у вас оценка. По тестированию. Сейчас дата тестирования достаточно произвольная стоит, поскольку будет приказ о том, когда тестирование проводить. Тогда, собственно, и дату проставим точно. А пока дата так приблизительно стоит. И, кроме того, по приказу ректора у вас с 1 ноября как бы уже очное обучение должно быть. Но точно никто ничего не знает, но пока вот так вот предварительно предполагается. Все, вот такая информация. Еще вопросы? А вопрос насчет тем докладов. Вот я вижу, что да. Их уже можно выбрать. Вы можете выбрать. И поскольку человек отвечает доклад, потому что тем 8... А тем-то 8 только на первую лекцию, а там вы видите, что лекций-то много, а здесь... вы один доклад на... Что? Здесь просто вот опрос закрывается 6 сентября, и здесь, в принципе, 8 тем. Да, это опрос закрывается на лекцию первую. Если вы хотите доклад сделать в понедельник,
А если вы доклад сделать хотите на другую тему, на другой лекции, то выбирайте тему докладов к конкретной лекции. Вы видите, они привязаны к конкретной лекции темы докладов. Угу, спасибо. То есть вы именно на этой лекции и отвечаете, на какую лекцию вы тему доклада выбрали. То есть те, кто выбрали вот на первую лекцию, должны уже будут в понедельник да, отвечать? Да, несомненно. В понедельник должны будут отвечать. Лекции раз в две недели из-за того, что на семестр растянуто. Лекции не потоковые? Потоковые на всех. Еще вопросы? Нет вопросов, как я понимаю. Для седьмая лекция у нас когда будет примерно? Я вот оттуда доклад выбрал. Ну, посмотрите, когда закрывается этот опрос, значит, на следующий день после закрытия опроса будет лекция. Ага, логично? Я просто не увидел это закрытие опрос, не понимаю, где это. А я вот немного не поняла. Вот, например, я выбрала тему «Ключевые принципы информационной безопасности. Конфиденциальность, целостность, доступность». Это значит, что я в понедельник, 7 сентября, да, буду выступать, да? Да. Угу. А еще вопрос. Вот я выбрала, допустим, на вторую лекцию тему себе и сохранила ее. Это значит, что мне можно никого не предупреждать, что я взяла эту тему? Или... Все, вы взяли. А кого предупреждать? А, ну просто мы обычно в группе пишем, типа, кто какую тему взял, а тут она, типа, все убралась, да, оттуда? Да, здесь она нельзя убралась, выбрать. Она убралась, и все, ее нельзя уже выбрать. Все, спасибо. Так, еще вопросы? Вообще можно только одну тему выбрать на весь семестр, ну, один доклад? Или можно... Да, одну тему. Будет за один доклад только оценка ставится. Еще вопросы? У меня такой вопрос. Тут тема доклада «Органы, обеспечивающие информационную безопасность». Это в России, да? Да, конечно. Тут нас Россия интересует.
А доклад на какое время рассчитывать? Презентацию? Ну, в районе 10, может, 15 минут. Вот так вот. Хорошо. Слишком долго не надо. А доклад с презентацией? Там у нас, когда вы на доклады нажмете, у вас будет написано критерии оценки и в общем виде написано, из чего формируется оценка за доклад. Она формируется из презентации, доклада, оформления и так далее. Вы должны выложить доклад и реферат доклада. Соответственно, за все это будут у вас оценки. Естественно, с презентацией. Да, да, да. Именно так. Еще вопросы есть? Ну, если нет вопросов, тогда завершаем нашу встречу. Простите. Да, да, да. Как все выполнять, я немного не понял. Лабораторно, как мы самостоятельно все делаем, да? Значит, мы вот эти встречи для того, чтобы вы задавали вопросы по лабораторным, как их делать. Там вам лежит описание, как делается лабораторная. Вы ее делаете. Если у вас возникают проблемы, вы задаете вопросы. Спасибо. Ну, как всегда, это и делается. Ну, да. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.